Дочь, собирайся, пора в садик выходить. Сейчас, мам, я заплету хвостики. Попроси маму не идти сегодня в садик. Она мне не разрешит. Скажи, что у тебя болит живот. Мама, можно я не пойду сегодня в садик? А с какой это стати? Просто животик болит. Сильно болит. Конечно, оставайся дома, сейчас я тебе таблеточку принесу. Вот, держи, выпей, а я пошла собираться. Мне-то на работу надо идти. Уговори маму остаться дома. Мам, а ты можешь остаться дома сегодня? Ты чего? Как это я могу на работу не пойти? Меня же уволят. Просто тебе лучше сегодня остаться дома. Хватит, я сказала, не надо идти на работу. Все, не обговаривается. Притворись, что тебе очень плохо. Мам, ну просто у меня очень-очень сильно животик болит. Останься со мной дома. Ладно, хорошо, но что нам делать-то с твоим животом? Мама, ты посмотри, что по новостям говорят. На улице сильный ветер, и на улицу выходить опасно. Как хорошо, что мы сегодня дома остались, доченька.